Интервью Николы Пашиняна радиостанции «Эхо Москвы» нужно рассматривать в контексте беспрецедентной медийной активности. После неудачных маневров в направлении Евросоюза и НАТО Пашинян стремится посредством российских СМИ донести не совсем логичную позицию относительно приоритетов внешней политики Армении под его руководством. Но если приглядеться к этой внешней политике Армении, то как таковой ее и нет. Есть единственное желание прилепиться к чему-то теплому боку, получить больше денег от кого-то, и чтоб их защищали. Кто лучше будет защищать, тот и будет хозяином. Это основная политика их внешняя. Ранее премьер-министр Армении Пашинян в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» коснулся темы азербайджанских беженцев и заявил, что азербайджанцы, оказывается, не бежали из Армении. А был хоть один случай в Армении, чтобы против азербайджанцев, которых было немало в Армении тоже, были какие-то насильственные действия, задался вопросом Пашинян. Если внимательно прочитать интервью, можно стать свидетелем безграмотной речи, неоконченных мыслей, нелогичных умозаключений и, самое-то главное, откровенной лжи. Пиком этой лжи является его высказывание относительно беженцев, азербайджанцев. Он говорит, что якобы азербайджанцы уезжали из Армении чуть ли не в комфортабельных туристических автобусах. Те, кто действительно осведомлены о хронологии событий армяно-азербайджанского конфликта, прекрасно знают, что первые беженцы из Армении, точнее из города Карфан, появились на территории Азербайджанской ССР в конце 1987 года. Этот факт является первым шагом насильственного изгнания азербайджанцев с территории Армянской ССР. Имеются неоспоримые доказательства насилия и преступных деяний армян в отношении азербайджанцев. Это показания беженцев, фотографии и видеоматериалы. Только по официальным данным, из Армении были насильственно выселены более 300 тысяч азербайджанцев. Из них сотни были убиты. На фотографиях можно увидеть, в каком состоянии находились изгоняемые люди. К сожалению, Пашинян прибегает к этой лжи исключительно в аспекте и в контексте его максималистических взглядов относительно урегулирования карабахского конфликта. Недавно Пашинян обсуждал Карабах с бывшим президентом Армении Левон Петросяном. Тогда Пашинян с уверенностью заявлял, что он полностью осведомлен о ходе процесса урегулирования конфликта и уже якобы готов к встрече с Ильхамом Алиевым. Но все эти высказывания и сегодняшнее интервью, которое мы увидели на радиостанции «Эхо Москвы», исходили как будто от двух разных людей. Мысли в корне отличаются друг от друга. Это все подтверждает тот факт, что Пашинян не только не готов к ведению прямых переговоров с руководством Азербайджана, но и не сознает ту меру ответственности, которая лежит на его плечах как главы государства. Данное интервью всего лишь демонстрирует пашиняновский уровень уличного политика, который может прибегать к большому количеству популистических высказываний, ну и в том числе к откровенной лжи. Ложь – это, как известно, самый главный конек у армян. Человек не признает негативность каких-либо шагов Еревана, которые были зафиксированы и реализованы против азербайджанцев, живших в то время в Армянской ССР, и против Азербайджана как государства в целом. За последние полтора месяца можно наблюдать очень странную картину. То Пашинян в интервью «Эхо Москвы» заявляет, что Россия не допустит эскалации на линии соприкосновения войск, а месяц назад Ереван заявлял, что именно бесстрашный армянский солдат не допустит эскалации в Карабахе. После фиаско в НАТО и неудачных маневров в сторону Евросоюза опять на арене появляется фактор России, которую хотели изгнать, базы и все прочее из Армении. Но теперь повернулись опять лицом к России. Некоторые действия армянской стороны бывают очень странными и непредсказуемыми. Так, например, проходящие периодически в Армении антироссийские митинги, в которых, кстати, прежде принимали участие как сам Пашинян, так и некоторые члены его команды.
А еще в последнее время все чаще звучат мысли о том, что российской базе стоило бы оставить Гумри. Тут с той самой базы, без которой, как сказал на днях Жириновский, армян в Карабахе уже бы и не было. Но Пашинян мечется туда-сюда, не знает, куда ему прилепиться, к какой стране. Для истории 20, 50 или даже 100 лет – это слишком малый срок, как ни говори. Да, сегодня поколение вот тех миацумистов, которые кричали, выгоняли азербайджанцев с их домов, в состоянии еще влиять на молодых армян, кормя их байками о Великой Армении от моря до моря. Но пройдет совсем немного времени, и новое поколение, я думаю, осознает, что живет не той жизнью, которая могла бы жить, если бы не было претензий их страны, Армении, на чужие территории. А еще поймет, что на пропагандистских идеях и подачках диаспоры и кого-то другого просто невозможно выйти из трущоб. Главное, чтобы ко всему этому они пришли не тогда, когда уже будет поздно.